заочный корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательство прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте дух, сражайтесь. Бойцы РДК снова пересекли границу Российской Федерации. Россия скоро будет свободна. Ну что же, РДК снова на родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало. Бойцы РДК снова в России. РДК вперед! Потому что тяги нет. Блядь. Говорил мне батя, иди на тракториста учись, блядь. Я нет, пошел военный. Пиздец, тропейный. Работает РДК. Там парнишка в кишках. Ну да, дальше пройди, посмотри. Вот это что за крас? Дальше, люди нет. Нет.